Обычно в это время в педагогическом вузе толпа людей. Дети со своими родителями приезжают из разных уголков Алтайского края подавать заявление на поступление в вуз. Сегодня же здесь непривычно тихо. Как проходит приемная кампания в этом году, нам расскажет ответственный секретарь приемной комиссии Юлия Александровна Королькова. Добрый день. Ну, в этом году у нас приемная кампания вся проходит в дистанционном формате. Сказать об этом хорошо или плохо, сложно. Мы принимаем заявления от абитуриентов уже начиная с 15 июня. Поэтому уже сейчас у нас работа отлажена. Перед вами сидят это модераторы, это те люди, к которым в первую очередь поступает заявление абитуриента, которые его проверяют, обрабатывают, списываются, созваниваются с абитуриентом, общаются и устраняют какие-то недостатки в документах или в заполнении заявления, либо помогают его заполнить. Вместо 8-часового рабочего дня 24/7 секретари приемной кампании педвуза на связи с абитуриентами круглые сутки. Если раньше все вопросы решались лично, теперь через интернет. Это долго. Поступает очень много вопросов. А все ли мы сделали правильно? А когда нам нужно подать оригиналы документов? Как вы с нами дальше будете работать? На сегодняшний день здесь обработано свыше 500 заявлений, чуть больше поступило в онлайн-приемную технического вуза. Там, конечно, видят плюсы в онлайн-компании, нет суеты, очередей, иностранцам не нужно приезжать. Но немало и минусов. Интернет есть не у всех, да и техника стабильно подводит. Для приемной комиссии дополнительная работа связана с тем, что не всегда ребятишки фотографируют качественно. То есть и кверх ногами, и сикось-накось. И с нехорошим разрешением, поэтому приходится иногда просить повторить подачу заявления. Аграрный университет развернул открытую площадку по подаче заявлений. Прийти сюда может любой абитуриент, все требования соблюдены, маски и дистанция. Развернули передвижной консультационный пункт, позволяющий подать документы в вуз тем людям, которые имеют определенные сложности с выходом в интернет, не обеспечены стабильной мобильной связью. Думаю, что этот вариант соблюдения всех мер предосторожности. Кстати, в этом году в сравнении с прошлым число бюджетных мест в алтайских вузах немного выросло. Больше всего их в политехническом около 2000. В классическом 1,5-3 по бесплатным местам замыкает педагогический, там 1250. Чуть больше 1000 в аграрном, меньше всего в медицинском 516. Кстати, в связи с коронавирусом университеты по всей стране, в том числе и в нашем регионе, могут дополнительно получить еще бюджетные места. Вузы узнают точные цифры, сколько им добавят к 1 августа. Это нормально? Абитуриенты еще успеют подать заявление? Да, конечно. Прием документов от тех, кто сдал все ЕГЭ, до 18 августа. То есть фактически 2,5 недели будет у ребят, даже узнав новые дополнительные места, подать заявление. С одной стороны, это говорит о том, что конкуренция между абитуриентами должна быть не столь жесткой, как в прошлые года. Но в приемных комиссиях не исключают неожиданных поворотов. В целом же большинство вузов открыли доп. Направления для поступающих. Среди них музеология в АГУ, веб-дизайн в политехе, гид-переводчик в педагогическом. К слову, для перестраховки эксперты советуют подавать документы по максимуму в 5 вузов и не больше, чем на 3 направления в каждом. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.